Добрый день, друзья и подписчики канала Севастополь Лайв. Видео, которое мы сейчас хотим вам показать, ярко характеризует процессы, которые происходили на Украине, но я бы предположил последние лет 20, а может быть даже и больше. Это одно из многих видео, на котором записаны откровения одного из украинских неонацистов. Показания данного персонажа, я бы сказал, резко противоречат утверждениям украинской пропаганды о том, что на Украине нацизма не существует. Ну, я не буду много говорить. Давайте послушаем и сделаем выводы сами. Пугач Александр Сергеевич, 3.11.96. Ваше образование? Среднее, специальное. Какое отношение к полку Азов вы имеете? К полку никакого. Состоял в цивильном корпусе. В каком году? Какого года начали проявлять активную политическую деятельность? С 15-го. В каких акциях в 16-м году вы принимали участие в составе цивильного корпуса? В мирных ходах, в митингах. В помощи всякой было. Вы ходили с факелами по Запорожью? Ходили с факелами по Запорожью. Расскажите об этом. Был праздник Покрова. Прошлись по главному проспекту с факелами. На День Победы, где вы были в 16-м году? На День Победы были в Мелитополе. Слава Украине! Слава! Что вы делали? Срывали ленточки с ветеранов. Кто с вами делал эту акцию? С национального корпуса люди. Организовал кто? Цивильный корпус. То есть руководитель цивильного корпуса Мелитополь? Да. Решил провести данную акцию? Да. А в каком месте это происходило? Это парк и танк. Как это место называется? Как могила славы, не знаю. На могиле славы вы решили обидеть ветеранов в День Победы? Да. Не ваш праздник, идите отсюда! Вы на что Украину довели? На что Украину довели? Расизм здесь не пойдет. А ну раскрой здесь, пойдет, вас не убирайте. С вас их открой! Очень просто. Все. Мы ходили, смотрели, у кого есть ленточки. Подходили. У кого нет. А? Подходили к ветеранам. Да. Сколько у вас было человек? Человек 6, наверное. Человек уже 6 не помню. Взрослых парней подходили к, да, ветеранам и срывали с них ленточки. Да. Вы нам вот сделали боль, вот такую все нашему старшему поколению, вот это все. Давай запалим. Люрей! За работу! Что вы еще с ними делали? Ничего больше. Вы заставляли их кричать «Слава Украине»? Да. Короче. Словом. Зараз. Что вы сделали с вечным огнем? Потушили его. Какие кричалки вы там кричали? Слава Украине. Москаляку на геляку. Ваше отношение к Степану Бандере? Он для вас герой? Да. Что для тебя 9 мая? День скорби. Твой дед воевал? Да. На чьей стороне? На стороне Советской Армии.
Ты, получается, что, предал своего деда? Получается. Против минских договоренностей митинговал? Против, да. Как назывался митинг? Я не помню. Вы участвовали в митингах в поддержку антитеррористической операции? Поддержку АТО, ООС? Да. Поддержку блокады Крыма, Донбасса? Да. Скажите, вы хотели бы предстать перед справедливым народным судом Донецкой Народной Республики? Нет, не хотел бы. Почему? Мне страшно, я боюсь и каюсь. Прошу меня понять и простить. Вы знаете, что ваши татуировки пропагандируют нацизм? Да, знаю. Что вы будете с ними делать? Сведу их при первой же возможности. Я всем благодарен за то, что мы собрались. За то, что мы не побоялись эту фашистскую мразь, которая пыталась нам помешать. Никто и никогда нам не помешает.